Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников и их автобиографией. Люк Оливье Мерсон, французский академический художник и иллюстратор, также известный своими работами как почтовая марка и валюта, а также работой в дизайне. Я пользуюсь переводной Википедией. Николя Люк Оливье Мерсон родился в Париже во Франции 21 мая 1846 года. Вырос в семье художника. Его первая работа была выставлена на выставке Мерсона в Парижский салон в 1866 году. И 3 года спустя он был награжден призом Рима. В течение 5 лет, проведенных в Италии, он концентрировался в своем искусстве на религиозных и исторических сюжетах. Вернувшись во Францию в 1875 году, он получил медаль первой премии на выставке Французского общества художников. Одна из самых известных картин Мерсона, собор Парижской Богоматери, была создана в 1881 году в результате огромной популярности одноименного романа Виктора Гюго. Благодаря своим мистическим готическим образам, его стиль отражает влияние развивающего в то время символистского движения. Выполнял крупные декоративные заказы для таких учреждений, как Дворец правосудия, Музей Луи Пастера и мозаика в алтаре базилики Сакрикер. Создал иллюстрации для витражей, например, которых можно найти в церкви Святой Троицы в Филадельфии, Пенсильвания. Его репутация значительно возросла после того, как он был награжден золотой медалью за свою картину на Всемирной выставке 1889 года, а в 1892 он был избран в Академию изящных искусств. К 1900 году Мерсон разрабатывал почтовые марки для почты Франции и Монако. Преподавал в Академии Витте в 1903 году. Заключил контракт с Банком Франции на создание ряда дизайнов для некоторых банкнот страны. С 1906 по 1911 год он преподавал в Школе изящных искусств с такими студентами, как Клеман Серво, который в конечном итоге также сам создавал марки и банкнот. Мерсон умер в Париже в 1920 году, его работы в значительной степени забыты из-за огромной популярности авангардных форм искусства, которые можно увидеть в работах импрессионистов и других художественных течений. При жизни, удостоенный звания кавалера ордена Почетного легиона, он был повышен до уровня командора, но посмертно. Среди учеников были американская художница Клэр Шатворд и швейцарский гравер Марта Кунц. Вот так вкратце из переводной Википедии о французском академическом художнике, иллюстраторе Люк Оливье Мерсон. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.